Траурную дату определили в память о гибели подводной лодки К-278 «Комсомолец» в Норвежском море. Евгений Поветкин в то время служил на флоте во Владивостоке. События этих страшных дней вспоминает с печалью на сердце. И весть пришла, да. Это 89-й год, 7 апреля. Подводная лодка погибла. Ну как восприняли? С грустью, конечно. Неожиданно. Тем более... Лодка-то экспериментальная, уникальная была. Почтить память героев-подводников пришли ветераны ВМФ, волонтеры, члены общественных организаций. Венок к памятнику экипажу подлодки «Курск» традиционно водрузили ученики школы номер 18. Учащиеся стоят на посту уже около 20 лет. Много лет назад, первый еще организованный кадетский класс, ребята сами заявили желание: Светлана Геннадьевна, давайте мы будем на все праздники вот стоять на посту у подводников. Мы написали письмо в администрацию города Курска. Нам сразу ответили и одобрили эту инициативу. У нас, собственно говоря, есть кого сегодня вспомнить. Где-то в районе более 900 человек погибло. Подводников в мирное время, послевоенное. Следующее мероприятие пройдет 12 августа, в очередную годовщину с момента гибели атомной подводной лодки «Курск».